Привет. Здравствуйте. Расскажи, что ты сегодня хочешь посмотреть? Тоже My Little Pony будем включать, да? Давай опять. Так, это что-то интересное. Я его еще назвала Дракоша-Тоша. Помнишь, мы надевали масочку со вкусным запахом? Какой сегодня у нас с тобой будет? А ну-ка. Ягодная паста зубная. Ну-ка. Да. Она еще слаще такая, вкусненькая прям. А мы еще немножко тут пройдемся. Побежала водичка, прям сколько много ее. У нас и смелость даже растет. Я смотрю на компьютере, смелость еще больше стала. Побрызгаем прям. Ну-ка, где у нас водичка побежала? Ой, как у нас бежит водичка. А как нам Маша-то помогает. Лучше, чем взрослые. О, смотри-ка, надели ловушку, да? Так, мы тебе еще помощника вот такого поставим. Помнишь помощника? Ага. Тукаем тоже, посмотрим, как выйдет. Все микробы убегают. У нас вообще самый красивый. Нравится. Показывай. Маша. Ух ты. Что там? Красота. Вау. Такой же. Он случайно не сможет никуда не деться? Нет, никуда не денется. Им теперь можно кушать все, что захочешь. Вы что, поменяли мне зубы? Ну, мы сделали его вот таким, чтобы там микробы больше не появились. Да, теперь вот он подписан. Как тебя зовут? Когда зубчик будет, он будет самый красивый для зубной феи. Правда. Вот, и желаем, чтобы твои зубки по-прежнему оставались такими же здоровыми, и улыбка была очень красивой. Спасибо. Ты большой молодец. Пожалуйста, это тебе спасибо.